Перед тем, как мы начнем дальше работать над нашей копейкой, вернемся на пару шагов назад, потому что я вам показывал, как делаются ребра. Я такой... Раз, два, три. Перед тем, как продолжить работать с нашей копеечкой, вернемся на пару шагов назад. Мне подсказали после того, как я загордился, что я создал такую красивую ребристую поверхность, сам себе придумал, мне подсказали, что существует более элегантный способ, на мой взгляд. И заключается он в следующем. Сейчас я продемонстрирую. Во-первых, я подсмотрел сегодня ночью. Я на ночь читаю, вернее, смотрю видео с ZBrush'ем. И я понял, как теперь, наконец, как сдвинуть в центр. Потому что сейчас у нас вот эта штука не в центре, и это влияет на симметрию. Поэтому в геометрии деформации, вот, я запишу себе, на зарублю себе, есть такая Unify. Unify. Все, вот она встала теперь на место. Первое, что мы сделаем, пойдем быстро в поле, ой, в геометрию. И найдем там дивайды. И видим, что здесь 4 уровня. Тут надо это дело уничтожить. Все эти уровни, они нам сейчас не нужны. Потом надо найти вот эту кнопочку. Curve Line Tube. И зайдя в Transform, активируем сейчас симметрию по Z. Потом по радиусу, скажем так, ну, 88, 90 должно хватить, по идее. Вот так. Настраиваем нужный нам размер. Поворачиваем ребром. Подходим поближе. И теперь вот отсюда проводим прямую линию. Видим, что очень-очень толсто. 64 много, да, давайте до 28. То есть тут надо методом подбора, конечно. Немножко маловастенько. Так, еще разок. И скажем мы теперь 42. Я думаю, что теперь должно нам хватить. Да. Видите? Тоже получилась такая ребристая поверхность, просто толстоватая немножко. Но это все зависит от того, какую вы поставите здесь. Вот это. Размер кисти. И сколько вы поставите здесь. Допустим, я сейчас поставлю 100. К сожалению, я так понимаю, что больше уже не поставить. Так. Но в любом случае оно должно сработать. Так. Уже хорошо. И еще чуть-чуть. До 25, я думаю. 24. В крайнем случае всегда можно уменьшить сам круг, если уж на то пошло. Вот это уже очень похоже на те ребрышки. И если знать заранее, сколько нам нужно, то, в принципе, это очень и очень хороший способ. Спасибо, Александр.
Я сейчас соединил все элементы вместе, убрал блеск, он мне немножко мешает. Взял вот эту гирьку и уменьшил до 19. Я хочу, в общем-то, провести здесь линию. Текстуры загрузим. Сейчас посмотрим наш... Где он? Загрузим наш референс. Копеечка. Где наша копеечка? Вот она. От которой мы отталкивались там. То есть вот здесь есть такая палочка. Видите? Вот ее-то мы и сделаем. А потом будет буква, насколько я понимаю, и точка М точка. Ну, хорошо. Здесь мы ее и проведем. Вот так. Так, подгружаем. Я их уже создал, эти буковки. Нового ничего не сделал. То же самое все было. И сохранил как Tools. Под названием EN. Вот он. Хорошо. Возвращаемся в нашу копейку. Идем в Subtool. И Append подгружаем самый EN. Она? Вот она. Так, сразу же ее увеличиваем, эту EM, до нужной консистенции. Да, слишком маленько. Давайте увеличим еще маленько. Все, нам, в принципе, осталась только ленточка. Сейчас мы это вместе соберем. Мерч. Все, готово. Ну, давайте, если успеем сегодня, еще сделаем ленточку. Окей?